Письма такого никто не направлял. В отношении проверок, вы знаете, никаких там новых вещей не возникло. То, что не уплачен налог с доходов физических лиц до сих пор. То есть там есть тема, в которой должны разбираться, скажем так, специальные органы, в том числе там еще процесс идет с контрольно-ревизионным управлением, вы знаете, там и судебные процессы идут. Ну, давайте дождемся решения судебной власти, скажем так, а потом уже будем о чем-то говорить. Пока это все слова. То есть их жалобы к президенту? Ну, поверьте, я ни в каким образом не стимулирую проверок ГП «Макеевуголь», если лично обо мне говорить.